В городе Карасуожской области в рамках программы «Газпром детям» начато строительство спортивного комплекса. По проекту объект будет отвечать всем международным стандартам. На сегодняшний день по Кыргызстану строят 16 подобных комплексов. Возведение таких спортивных объектов является самым масштабным проектом социально ориентированной программы «Газпром детям», реализуемой в Кыргызстане. Как отметил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, реализация проекта в Кыргызстане проводится под патронажем главы государства Алмазбека Атамбаева. Подробнее в следующем материале. Автоматизированная система климат-контроль обеспечивает комфортную температуру во всем комплексе. Здание полностью оборудовано вентиляционной системой последнего образца. Все оборудование привезено из Европы и Китая. Такие системы в Кыргызстане устанавливаем впервые. Самое важное в спортивных комплексах – обеспечение комфортной температуры и постоянная подача свежего воздуха. Эти системы способны обеспечить комфортные условия для тренировок. Строительство началось 4 месяца назад. Скоро объект планируется сдать в эксплуатацию. В возведении комплекса принимали участие специалисты из России и Австрии. Строительные материалы для внешней и внутренней отделки были привезены из России. Находясь здесь, мы помогаем нашим местным партнерам смонтировать произведенные нами изделия так, чтобы это великолепное здание еще очень долго приносило радость детям этой прекрасной страны. В спорткомплексе предусмотрены залы и площадки для занятий баскетболом, волейболом, бадминтоном, мини-футболом, теннисом, гандболом и силовой подготовкой. Все оборудование у нас европейских производителей. Сертифицировано международными федерациями, такими как баскетбола, волейбола, и отвечает всем мировым стандартам. Спортивный комплекс строится в рамках социальной программы «Газпром детям». Целью программы является снижение уровня преступности среди подростков и привлечение детей к занятиям спортом. Программа «Газпром детям» она включает в себя строительство нескольких видов, типов спортивно-оздоровительных комплексов, которые делятся по формату. Самый большой называется формат «L», где предусмотрено более 700 посадочных мест. Эти комплексы будут строиться у нас в Бишкеке, Чулпан-Ате. Форматы М, так сказать, средние форматы, это до 300 так называемых посадочных мест. И маленькие форматы в районных центрах до 7 спортивных комплексов, который включает в себя где-то более 200 посадочных мест. Сейчас такие же спортивные комплексы строят в Бишкеке, Чолпон-Ате и Таласе. Их планируется сдать уже осенью. Регинаим Жылдызбек Болотбеков, Общественный первый канал, Ош.